Большая разница. Так сначала хотели назвать новый коллектив студии Академии волшебников. Его участники слишком не похожи друг на друга. Объединяет их одно – любовь к музыке. А все остальное – возраст, характер, интересы – абсолютно разные. Руководитель Елена Щелканова считает, что в этом и заключается главная изюминка. За первый год существования группа «Альянс Академия» получила гран-при на всероссийском конкурсе «Золотой петушок», а в этот понедельник позвонили из Москвы и сообщили, что они прошли отборочный тур и теперь будут бороться за право представлять Россию на престижнейшем конкурсе «Детское Евровидение 2011». Мы очень надеялись на это, потому что, в общем-то, прорекламировали нас так, что мы уже едем. Мы так боялись, что этого не получится, но все случилось. В отличие от взрослого Евровидения, в детском участники должны представлять композиции собственного сочинения. Песню «Когда нет слов» написала солистка Альянс Академии Маша Попова. Передать хотелось все наши там ссоры, если они бывают очень редко, дружбу. Уже 23 мая в Москве пройдет полуфинал. И если тагильчане выступят успешно, то 29 мая мы сможем увидеть их в прямом эфире телеканала «Россия». Зрители сами путем СМС-голосования должны будут выбрать победителя национального отбора. Мы не рассчитываем на победу, но мы хотим, чтобы мы прошли в финал. Полина Сухова, Константин Панюхин, Егор Гошин. Новости Тагил ТВ.